Село Гапшума закрыто на карантин по предложению главного санитарного врача Акушинского района. В селе госпитализировано 7 подтвержденных больных COVID-19 и выявлено 15 контактных с положительным ПЦР-тестом на коронавирус. Проводить массовые мероприятия запрещено. Ограничено и количество людей, принимающих участие в траурных мероприятиях. Напомню, ранее в соседнем Сергокоринском районе из-за коронавируса на карантин закрыли село Урахим.